Всем привет, это продолжение моей партии в Sid Meier's Civilization 6 на 10 человек, в которую я играю за Рим. Если вы начинали просмотр не с первой серии, то рекомендую перейти к ней. Все-таки всегда лучше знать, с чего все начиналось. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо в описании к этому видео. Ну а тем, кто видел начало, приятного просмотра. We constantly find details of the marvelous adaptation of animals to their food. Археологических музеев я уже построил. Ничего себе, у меня шпион что-то спер. Ой, я стану сюзереном Стокгольма, когда Бимирок вынесет русского. Отлично. Блин. До сих пор не могу немцу войну объявить. Надо урбанизацию открывать. Пригород, ну, правда, у меня скорее проблема с довольством, чем с жильем, но урбанизация нужна. Урбанизация, урбанизация. Бимирок, а что тебе у русского осталось захватить? Три города. Эфес. И еще какой-то греческий. Сверху от Афин. Но вообще эта фабрика в Анции будет действовать и на Кнос, и на Эритрию. Так что, пожалуй, построю. Вообще я ее куплю. У меня денег.
Темпо Майер. Повезло тебе, Бимирок. Chemistry is the dirty part of physics. Это не я построил, Перикл. Так ты его захватишь? Нет? Перикл вряд ли. Бразилец, плыви вниз, я захвачу Баттибиру. Я тебе ее отдам. Но мне еще ух надо заплатить. Ну вот плыви к нему. Нет, не просто на его стоит. Эти ведущие мировые державы договариваются, кто кому отдаст такие города. Через три хода там будет конец Потапа. Где? В руки. А зачем там чудеса строишь? Так уж повелось. С положением, конечно, отстыку повезло, что у него тут такое закрытое море. К нему никак не проплыть. Смотри, у тебя прям руки чешутся его вынести. Да я думал сначала на него пойти, а потом понял, что к нему так проплыть вообще никак. Я прям слышу вот себя в голове, как сейчас Михаил сидит и хихикает. Ехидно. Почему никак? Под бразильцем поплываешь, там полно это. Раз, два. Да бразильцем не знаешь, сколько плыть? Три города. Можно что-то не надо. Получается, захватить ты его не можешь, эту руку. Что там говоришь, я тебя не слышу. Ну, рук ты не можешь захватить. Кто тебе такое сказал? Ну, а как ты это сделаешь? Там печная высадка. Что? Просто высадить к тебе и все. Прикольно, конечно, тут, типа, великие державы распилили мир. Остались Рим, ну, по-хорошему, Рим, Бразилия, Япония и ацтеки. Все. Парни, кто послов не отправляет?
Отличный город. Что не отправляет послов? Занзибар. Его, наверное, никто не нашел. Я его только недавно нашел, поэтому не отправлял. Ну, и с другой стороны, у меня просто нету коммерческих районов. У меня тоже всего один, но там бонус неплохой от него идет. Да, согласен. Причем эти гвоздика и корица дают не плюс 4, а плюс 6. Плюс 6. Плюс 6 довольства. Это классно. Ладно, всем пока. Что? Удачи. Все уже, да? Там один город остался. Быстро возьмите. Спасибо за игру. Я считаю, мне кажется, что у тебя было, ну, была возможность остаться в игре. Зря вот была хорошая, если бы я действительно не нападал так тупо. Я вообще очень сильно понадеялся не на подводные лодки, а на свои вот эти... Мне полководец, флотоводец, давал два корабля. Он же был двойной. Угу. А они нифига даже сражались с твоими броненосцами очень стрёмно. Города хорошо брали, а броненосцы там процентов 30 так уничтожали. Это вообще не серьезно. Да, да. Нет, так там разница в силе очень небольшая, потому что у тебя линкоры — это стреляющие юниты. И у них сила, ну... Как-то защита не очень большая. Нивелируется, в общем. Я вот думал, что у меня их два, и они победили. Но нифига, у Джерары они прям молодцы. Еще с тобой как-то соревновался, с Джерарами там вообще. Так, у немца только Урук остался? Да. Тебе там что-то помогать надо с Уруком? Да нет. Просто хочется уже свои Трир и Брюссель получить. Урук падает, у него уже стен нет. Что-то в новостях промелькнуло, да? Кто-то осудил недостойные действия России. Кто это мог быть? Отличный. Отличный инженер, пожалуй, откажусь. Блин, у меня ученый наука за каждую клетку с тропическим лесом. У нас вообще тропический лес в игре есть? У меня. То есть есть тропический лес? Да. Стоит взять, думаете, да? Тебе, думаю, нет. Ну что, вы мне не дадите проход?
Бразилец, а когда ты вынесешь немца? Все вынес. А, да, точно. Ну, я могу передать шумеру. Бразилец, сделка. Уже подводные лодки японские в корпусах плавают. Я сказал, что у меня корпуса. Так, у меня тоже корпуса. Просто почему они плавают около моих городов? Ну, я наконец-то Рим открыл, там у меня закрыт был. Хоть посмотреть на твой город. Надо торговцев построить, чтобы больше прихода было от торговых путей. Потом я уже закончу научные стажировки. А японец почему тут лидером выбился? Ну, само собой, мы воюем. Почему это в лидер? Ты в лидерах. Ну, просто по количеству городов. Ну, по очкам-то ты первый. Я-то тоже воевал, как бы, нет? Да, по очкам первый. Ну, сейчас мы просто сейчас обменялись городами. Сейчас посмотрим, как меняется на этом ходу. It's the industrial revolution and the growth of urban concentrations that led to a sense of anonymity. Ничего не буду менять. 79, 58, 35. На самом деле очень плотненько. Очень плотненько. Блин, две полевые пушки. А у меня нету больше... Одна полевая пушка. Знаете что, давайте я ее куплю.
Вот в Трире. Отлично. Фридрих Барбаросса побежден. Количество городов, кстати, у бразильца больше всего городов. Да. Ну да. Только по социальным институтам у тебя больше. Ужас, ужас какой вообще. Ты нашел. Ну да. Единственное, что у него больше, да? Такой. И почему технологии больше? If you can walk away from a landing, ну, по очкам it's a good первый landing. Бразилец сейчас, да. If you use the airplane the next day, if you can walk away from по социальным институтам посмотри и открой ветку, кто там на первом месте. Бразилец, да. Он уже в СМИ или в мобилизации? В мобилизации, наверное. Япония продлим. Да, я напишу. Так, я так понимаю, что у нас реальных игроков осталось четверо. Получается. То есть русский и Перикл это какие-то компьютерные. Почему их вы не вынесете? Тут города не на морях. Проблемки небольшие. Вот у меня со Спартой то же самое было, но я ее вынес. А она на твоем континенте, ну практически на твоем. Неправда. А мне тут плыть через полкарты. У тебя одна клеточка между континентами. Ну, в принципе, куплю. Тут 5 аж. Нормальные для пригорода. Нормальные для пригорода места. Японец, куда плывешь? Перебрасываю на фронт, на левый. На левый? Мало. Левый фронт?
Untutored courage is useless in the face of educated bullets. I only understand friendship, or scorched earth. К сожалению, не могу в Гуанчжоу встать, поэтому не получится кучу науки получить. К сожалению, эта фабрика электростанции на Брюссель не влияет. Не придется строить. Ацтек сделка.
Еще одну сделку посмотри, Ацтек. Radio is the theater of the mind. Перикл публично осуждает вашу цивилизацию. То же самое. Они еще иногда требуют, чтобы типа я им выплатил что-нибудь. Так выплатить что-то. Действительно. Где значит, вообще хочешь? Города Перикла вообще? Там, наверное, какой-нибудь Рапимира поставил, и не видно его там, не слышно. Варвары, полевая пушка. Нету смысла строить электростанцию, потому что из Рима электростанция на Анций уже влияет. The good thing about computers is that they do what you tell them to do.
Ацтек уже начал туристов собирать для культурной победы. Навряд ли я выиграю культурно. Бразилец предложение. Забавно, впервые вижу, чтобы уже флотоводцев невозможно было получить. Они закончились, что ли? Да. Неожиданно. Бразилец, предложение, ты там видишь, нет? Бразилец, ау. Что? Предложение висит. Зачем тебе право прохода? Так, ты будешь контролировать, что там на тебя не нападают, и... Ладно, ты ничего. Бразилец уже по социальным политикам в новом времени. Так, бразилец, ты открытые границы принял или нет? Так, Маша сказал, еще раз. Кинул. На следующем ходу приму. А, уже принял.
cars haven't advanced that much since we were kids. When they are preparing for war, those who rule by force speak most copiously about peace until they have completed them. Петр Великий побежден. Эх, блин. Осталось Перикла победить. Ну, я могу захватить, точнее, сейчас буду захватывать два его города. Ничего себе. Ацтек проявил свой нрав. Знаете, я зря на религию свою забил. В Ореции надо еще священное место построить. The chief incalculable in war is the human will. Так, не понял, где у меня уран. Источник урана. Вот тут, что ли? Пока кампус не построится. Да, тут уран. Построится кампус, я буду обрабатывать уран. Отлично.
Ацтеки объявляют войну Греции. Ничего себе, что началось. Надо, чтобы не беспокоил. Конечно, надо, правильно. Выноси его. Пятьсот шестнадцать, 505, 502. Очень плотненько. Вообще очень плотненько. If you go on with this nuclear arms race, all you're gonna do is make the rubble bounce. If you don't read the newspaper, you're uninformed. If you read the newspaper, you're misinformed. Так, предложение. У меня так денег дофига что-то. Ну а смысл тут пригород или бани строить? 7 из 10 жилья выше крыши. Несчастных мушкетеров торпедой завалило.
Вам не кажется, что у нас тут какой-то... Что у нас тут какое-то затишье происходит? Ну да, все сидят, не разговаривают. I'm a big laser believer. It has been demonstrated that no system, not even the most inhuman, can continue. Почему затишье? Я воюю. Но ты это делаешь не громко. А что тут громко-то? Ну там, радость от победы. Восторженные возгласы. Праздник в стране. I am willing to serve my country. Однако уже Халецкий на первом месте пачка. Ну. Потому что я классный парень. Согласитесь. И отдайте мне победу. Туда, тут у японца есть шанс победить, у меня есть шанс победить. У всех есть шансы победить. У нас... Разница по очкам между мной и третьим местом 9 очков. Немножко Михаил отстает, но я думаю, что сейчас он Грека вынесет и поправит. Грека вынес. А, да. Ну, думаю, он, может быть, тогда идет. Культуркамп, что ты там за мультики смотришь? Да, просто телевизор фоном играет. Чаще делать. If some wanderer leaving home. Тишины боишься? Ну, неприятно. Ты чувствуешь такое тревожное ощущение, когда тихо, да, вокруг? Ну да. Ну, тебе не кажется это странным?
Почему? Ну... Ой, у меня ссыл зависло. Вообще, намертво. Ну что, паузу ставить или отвисла она? Не, ну я не пойму, а чего должно быть такого-то, что мне не нравится в тишине сидеть? Ну, это психологическое расстройство некоторое такое. Не только у тебя, не, я могу. Есть у многих людей такое. Не, я могу сидеть в тишине, но мне просто нравится, когда на фоне что-то жужжит. Ну, слушай, я не психиатр, я не буду ничего говорить. Ты лучше как-нибудь там погугли, почитай, посмотри. Дашь проход, Рим? Куда? Мимо. Проход мимо. Ну, дам, в принципе. Почему не дать? Иди мимо. Уже 5 очков между нами разница. Было 9 между первым и третьим, теперь уже 5. Fusion is done. There's class warfare, all right, but it's my class, the rich class that's made. Так, где у нас еще раскопки можно провести нормально? Играйте в умные игры, а на этом пока все. Продолжение, надеюсь, появится на канале завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.